Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Недавно у нас прошел флешмоб «Запусти крыло в небо». Мы запускали модели летающих крыльев. Ребята запускали модели летающих крыльев. Но у нас в стороне осталась вот эта модель. Это одна из наших первых моделей на канале. Модель для воздушного боя. Мы его назвали «Ночной охотник», вот такой вот летучий мышь получился. Окраска модели полностью соответствует своему названию. Ну и чтобы эта модель не застаивалась, мы снова решили ее вынести на поле и еще раз облетать. Напомнить, что такая модель существует, показать, как она летает. И вполне возможно, кто-то заинтересуется и соберет такой тоже достаточно простой, но в то же время интересный самолетик. Пусть эта модель и не совсем классическое летающее крыло, все же схема управления у него ближе к обычному самолету, но тем не менее, по внешнему виду все-таки крыло эта модель напоминает, и как продолжение флешмоба тоже этот полет сегодня будет у нас представлен. Не забываем проверить управление. Все-таки модель не летала долго. И вот так вот она у нас стартует. Взлетать можно в полгаза. Тяги более чем достаточно. Такой вот шустрый и весьма интересный аппаратик у нас получился. Модель предназначена для воздушного боя. А что главное в бою? Скорость и маневр. Поэтому увеличиваем обороты и понеслась. Называется, попробую угнаться за таким аппаратом. Так что в следующий раз, когда соберемся устраивать воздушный бой с тем же генералом, например, уже возьмем не Як-12, а, думаю, модели подобные вот этой. Это, конечно, не гоночный самолет. Скорость полета у него
ближе к пилотажным моделям. Но маневренность и, самое главное, возможность буквально на месте развернуться, пожалуй, превосходит даже многие пилотажки. Для тех, кто интересуется аппаратурой, установленной на этой модели, ну, могу сказать, что мотор здесь аналог А2212, 1400 оборотов. Регулятор тоже самый простенький. На тот момент, по-моему, даже не 30 ампер мне еще ставили, ампер 20, но 30 амперника тоже вполне хватает. И обычные сервомашинки. На элеронах машинка аналоговая, СГ-90, на руль высоты на тот момент второй такой же машинки не нашлось, поставили, что было. Какая-то автомодельная, чуть большего размера, но, в общем-то, смысла в более крупной сервомашинке на хвосте нет. Можно было обойтись одинаковыми 9-граммовыми. Так что модель достаточно простая в плане оборудования, ну и по конструкции тоже ничего особо сложного в ней нет. Ну а как она летает, вот сейчас сами видите. Кстати, благодаря большой площади крыла модель очень неплохо планирует. Конечно, использовать ее как учебно-тренировочную вряд ли стоит. Все же маневренность довольно высокая, скорость полета не самая медленная. Но на снижении планер планером. Хотел поймать, не долетел. Чуть-чуть не долетел, да. Согласитесь, для достаточно простой модели, сделанной, по сути дела, из двух кусков пенопласта и из двух подложек, летает модель весьма достойно. При этом она достаточно живучая. Были у нас случаи, что самолет падал, попадал на ветки деревьев. Ну, как видите, никаких повреждений, никаких поломок у него нет. Носовая часть подвижная, съемная, так что даже при серьезных морковках нос просто-напросто будет сворачиваться в сторону или слетать, и модель остается живой. Что для боя тоже достаточно полезное свойство в случае столкновений, в случае каких-то аварий, да и просто зарулился, не справился с управлением, упал. Модель остается целой, ее всегда можно поправить прямо тут же на поле и продолжить бой. Чертежи и уроки по сборке этой модели у нас также есть на канале. Это одна из самых ранних, самых первых моделей, снимали мы ее еще не в студии. Но, тем не менее, уроки есть, и вы всегда можете их посмотреть и собрать вот такой же простой, но отлично летающий самолет. Ну, а на сегодня наши политушки завершаются. Затишье перед бурей, похоже, заканчивается, и скоро должен пойти дождь. Так что не будем затягивать со сборами. Если вам понравился полет этой модели, если вас заинтересовала эта бойцовочка, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал и устраивайте воздушные бои на таких маневренных и живучих моделях. До скорых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!